Гусев Максим, игрок сборной Аграрного университета. Максим, расскажи, пожалуйста, перед выходом на поле, какую установку давал тебе тренер? Тренер сказал выйти на поле, обострять игру, наседать в атаке, ну и, конечно же, реализовывать свои моменты. Скажи, пожалуйста, погодные условия сыграли какую-то роль? Да, поле было скользко, мяч отскакивал, было иногда неудобно принимать его. Но, думаю, по игре мы смотрелись хорошо. Спасибо большое.